Всем привет. Мы купили сено. Я хочу вот показать. Мы один рулон раздербанили уже. Пока вторым занимаемся. Сено немножко сыроватое. Вот я решила заснять. Вот такой вот рулон. Вот. Вот здесь вот мы раскладываем. Его немножко надо подсушить. Вот. Теперь... Вот здесь один рулон разложили, но пока так вот. Пока так. Сейчас посмотрим, может быть, с этой стороны раскидаем его. С этой стороны сейчас вот там много места. Сейчас раскидаем его. Вот это сено. Оно немножко сыроватое, не досохло. И вот есть немножко, где вот эти лопухи, оно немножко прелое. Вот мы прелое убираем. А остальное сено все сушим. Вот такой вот рулон. Вот. Время косить нету у нас. Вот мы купили. И вот теперь трудимся весь день. Вот так вот. Вот такое вот у нас сено. Ну вот так оно вроде ничего. Ну, вот, не очень-то хорошее. Ну, может быть, еще подкусим. Вот. Вот так вот. Вот такой вот у нас сено. И домашние яйца. Я вот их помыла, жду, когда они подсохнут, и сложу их в холодильник. Вот. И здесь, значит, вот такая крышечка. Это от миски тоже. Ну, миска, чашка, я не знаю, сейчас я покажу. Вот мы приспособили наш поломанный холодильник. Вот у нас новый холодильник мы купили. Вот. А это старый, но мы его приспособили под кастрюли. Вот у нас здесь стоят кастрюли. Так вот мы все сложили аккуратно. И у нас получилось как тумбочка. Вот у нас тут крышки. А куда положить-то? У нас тут вот крышки лежат. Вот, никак не могу. Вот. Вот, в общем, крышки лежат. Это я давно покупала в фикс-прайсе. Вот я купила вот такой контейнер в фикс-прайсе. Вот он мне понравился. Что-нибудь будем складывать. Потом мы что еще брали в фикс-прайсе? В фикс-прайсе мы вот взяли чашки. Сейчас я вытащу. Вот мы взяли набор вот таких красных чашек. Вот одна чашка у меня, я ходила, сейчас малину собирала. Вот. Вот эту чашку я собирала сейчас малину. Вот набор вот таких чашечек, очень удобный. Вот я решила тоже купить. Вот, потом я купила вот такую чашку белую. Вот эта чашка идет у меня с крышкой. Вот с такой крышечкой. Вот с такой крышкой у меня вот идет вот такая чашка. Вот я тоже ее купила. Потом я купила еще вот такую вот. Это вот такую вот чашку. Тоже, в общем, у меня что-то такое. Все чашки разбились, полопались, и я решила, в общем, прикупить вот таких чашек побольше, чтобы они всегда нужны. Что-нибудь делать, печь, готовить, всегда нужно. Вот. В общем, потом я хотела похвалиться. Мы вот купили вот такой чайник электрический. Я сейчас наберу в него воды и покажу, он светится. И так красиво. Всегда. Сейчас я включу. Вот я закрыла, набрала. Вот, смотрите, какая красота. И вот пока не закипит он, вот так вот он светится. Это у нас Полярис, чайник. Это у меня цыпочки пищат.
Я выключила у них свет. Так, ладно, я пока выключу. Я выключила у них свет. У меня вот здесь брудер в комнате сейчас стоит. У меня вчера ночью, ну, позавчера, можно сказать, вылупились цыпочки. Ой. Один вот больной, у него пупочек не зажил. И вот он, жалко его убирать. Вот у меня вот такие цыпулюшечки. Вот цыпочки неплохие. Здесь 18 штук. Вот они у меня сейчас здесь сидят. Вот. Вот еще один выводок я сделала. Они почему-то, когда боятся, головками мотают. Так интересно. Вот и такие у меня цыпулюшечки. Вот такие вот доски мы купили. Вот разделочная доска. Вот одну зеленую взяли, одну красную. Вот такие вот разделочные доски мы купили. Я их уже вот повесила на стенку. Вот они вот так вот висят. Здесь вот мы купили, вот еще даже не распаковали. Два набора мы взяли, чтобы были одинаковые. Варочку и вот такую прихваточку. У нас уже вот такие старые стали, плохие, их уже выкинуть надо. Вот. И мы, в общем, решили взять. Вот они у нас здесь висят. Потом мы что еще взяли в фикс-прайсе? Мы взяли набор, вот ножницы взяли. Вот такие вот ножнички взяли, рыбу разделывать. Ну, рыбу, курицу. И вот такая вот чистить картошку, морковку. Это штучка такая, не знаю, как она называется-то. Ну, для овощей. Овощерезка. Вот, вы знаете, она мне очень понравилась. Она такая удобная. У нас старая такая уже, в общем. И вот мы купили вот такой набор. Мы уже все распаковали. Вот, потом, значит, вот этот ковшик мы тоже, дуршлаг брали тоже в фикс-прайсе. Вот, а вот это вот, это чтобы снимать пенку. Вот такую вот чашу мне дочь выписала. Вот, это на Алиэкспресс мы взяли. Вот такая вот, мне понравилась. Ну, потом что, мы взяли пакетики вот у меня. А, вот про корзинки я хотела показать. Вот я приспособила здесь две корзиночки. Мы взяли в фикс-прайсе. Я ручки, правда, убрала. В общем, ну, можно было без ручек взять. Ну, в общем, мы купили. Нам понравилось, мы купили. Потом я, когда домой приехала, у меня здесь стояла одна корзиночка. Вот, в общем, я вот так приспособила. Сюда я сложила приправы. Это вот мы на рынке брали приправы. Они вот так в этих кулечках лежат. А здесь такие магазинные приправы. Вот, в общем, вот у меня рядом две корзиночки стоят. Там у меня пакетики, в общем, стоят. А здесь вот такие вот у меня корзиночки. Вот такую еще чашечку купила я с дуршляком. Вот такая. Вот как была вот здесь наклейка. И вот клей надо вот отодрать, как-то очистить. Не отмылась, а не отмылась. Вот такая удобная чашечка. Вот. Еще мы купили вот такую вот, как она называется, салфеточка или как. Вот у меня одна маленькая есть, вот такая, я на ней посуду сушу. Вот баночки, все. Мы еще решили вот такую большую взять, потому что нам не хватает, и мы решили взять. Вот еще мы купили вот такой набор силиконовый, но мы еще его не испытывали. Когда испытаем, я вот сюда вот повесила. Когда испытаем, в общем, я покажу, как они в деле. Вот я еще хочу показать, вот я купила еще вот такие вот салатницы с крышечками. Здесь три штуки, они стеклянные, вот стеклянные. И, значит, они все три штуки, они все с крышечками. Очень удобно, салатик остался. Я у девочек видела и решила, ну, тоже купить, в общем. Вот я когда ездила, вот я тоже их купила. Вот, еще мне очень понравилась вот эта баночка.
Вот такая вот красивая баночка. Вот, поцепучие предметы. В общем, вот я тоже купила. Вот. Вот такие вот красивые чашечки. Они тяжелые. Вот. Мы взяли 4 штуки. У нас 4 кошки, и мы взяли вот 4 штуки. 2 розовые взяли и 2 такие взяли. Мне очень понравились. Вот, вот такие крышечки взяла, чтобы закрывать. Я взяла в фикс-прайсе вот такой. Вот у нас воду отключают, мы набираем баллоны. Вот такую для мытья рук. Фейри. Большая бутылка. Еще я взяла вот такие кубочки. Ну, вот этот набор мы в тот раз брали. Пемос. Это еще с ванной. Я взяла вот такой пемос. Активный гель универсальный. Решила попробовать. Стираю. Ну, ничего, вроде чистенько. Еще я взяла Тайд. 2 пачки по 50 рублей он. И нет, по 55. Вот я пересыпала и купила вот такую вот для порошка коробочку. Я сюда пересыпаю всегда. Вот это я тоже в фикс-прайсе брала. И вот мы купили вот такую вот эту коробочку пластмассовую. Вот ее приспособили сюда. У нас тут вот эти шампуни. Это мыло. Так, это крем для душа у нас здесь. Ну, в общем, все для душа. Пантин Прави. Шампунь. Ну, шампунь это мы в магазине брали. Вот и ополаскиватель. Вот взяли вот такой ополаскиватель. И взяли еще. А мыло вот такое вот я взяла. Это я брала в фикс-прайсе. Вот. И еще мы взяли такую зубную пасту. Вот максимум я беру такой. В этот раз я взяла большую. Вот. В этот раз я взяла большую. В общем, вот. В общем, вот так вот мы сложили все наши баночки. Пустые баночки я не показываю. Что-то мне как-то неинтересно их показывать. Вот так вот мы все сюда сложили. Очень удобно, мне понравилось. В общем, ничего, даже если падает, она ни в ванну не упадет, никуда ничего не упадет. В общем, вот так мы все приспособили. Вот. В общем, мы все. И вот и набор щеточек вот этот вот я брала тоже в фикс-прайсе. Вот. В общем, вот так вот мы все приспособили. Вот такие вот сиреневые коробочки мы взяли. Вот. С крышечкой. Вот сюда все так аккуратно сложили, все мелочи. Вот так вот. Вот мы поставили коробку в коробку на коробку. Очень удобно. Вот мы взяли 2, но у нас вот здесь еще есть место. И вот мы решили, когда в следующий раз поедем, мы еще купим. Здесь еще 2 поместятся. И вот потом мы еще сюда, в этот ящик, прикупим. Так удобно, вот мне очень, они красивые, так всю мелочь там вот поставили, очень-очень удобно получилось. Вот, мы собираем сено на сеновал. В YouTube хочу выложить. Вот столько сена получается. Вот сейчас возим и убираем. Сено подсохло уже. Вообще тут кое-где есть немножко. Ничего, да? Нормально? Вот только сено. Сегодня у нас воскресенье. Идет дождь, пасмурно. Вот тучки. Вчера кушали. Я купила одну большую. Мы вот кушали. Кожурки одни остались. Я хотела. Нет, я дала козам кожурки, они не кушают. Вот я им эти кожурки отдам этим кроликам.
Я хочу не это показать. Она собака болеет, отравили что ли. Или чем-то отравилась, даже не знаю. Вот сегодня воскресенье, у нас забирают мусор. Мешки мы поставили. Еще машина не приезжала. Вот мы утром сегодня убирали вот это. Вот здесь вот мы вчера не успели. Мы ту сторону убрали вчера. Получилось пол чердака. Сегодня вот мы убирали вот эту часть. Вот. И, в общем, успели до дождя. В общем, у нас полный чердак один большой. Вот эта собака у нас болеет. Мы ее лечим, но не знаю, чем-то отравилась. Не знаю, может, бегал на улице, что-то съела. Даже не знаю. У меня расцвели лилии. Такие красивые, я сейчас покажу. Мне там сейчас даже приезжали, спрашивали букет. Я не дала. Я так их ждала. Я говорю, дам луковицы попозже. Ну, осенью, когда их выкапывают. У меня в магазине я купила одну луковичку. И от луковички остались. Вот у меня целый ряд. Вот. Вот оттуда, где большие лилии цветут. И вот эти вот. Вот это все одни. Вот эти лилии. У них листики немножко, мне кажется, другие. Или такие же. Смотрите, какая прелесть. Они вот от дождя, видите, что испортились. Но такие красивые стояли. Вот. Вот у меня сейчас просили эти лилии. Смотрите, какая красота. Я купила всего лишь одну луковичку. Ну, вот эта лилия у меня уже года 3, наверное. Вот. Руки трясутся, как у алкаша. Вот такие вот. Мне кажется, у них листики немножко другие. Вот такой у меня цветочек. И вот что я сделала в огороде. Я обломала, чтобы меня капуста не закрывала, я обломала все листья у тыквы. Я тут разжаловалась, что нету тыквы. Вот тыква. Не знаю, поспеет, не знаю, нет. Вот. Ну, вот такая вся маленькая. Вот я что сделала. Я здесь обрезала. И с той стороны обрезала. Вот. И здесь обрезала. Вот с этой стороны тоже все обрезала и пустила по бокам ее, чтобы она мне капусту не закрывала. У меня огурчики начали. Маленькие там огурчики. Но я уже туда не пойду. Вот у меня расцвела астра. Расцветает, вернее. Ну да, расцвела. Вот. Тоже так красиво. Вот такие цветочки голубенькие. Мы ее тоже с помойки притащили. Увидела я там кустики. Наверное, семена как-то попали. Но не с помойки, возле помойки. Там болото какое-то. И что-то там это заброшенный какой-то. То ли участок, то ли что. В общем, возле болота мы ее выкопали. Домой принесли. Она разрослась. В общем, у людей растет. Вот я решила тоже себе посадить. Ну, увидела вот так, да случайно увидела, мы выкопали и домой притащили, посадили. Вот такие вот цветочки. Вот на этом я хочу попрощаться. До новых встреч. Всем хорошего выходного. У нас вот такая вот погода. Мы сегодня утром потрудились хорошо. Устала, как собака, таскала. Он на телеге, я вручную. В общем, перетащили у нас вот этот вот большой чердак. Вот, я потом залезу, покажу. Просто сейчас там у меня мои мужики работают, заливают фундамент, я не хочу им мешать. Ой, ну вот, вот так у меня лилейники вот так цветут. Смотрите, какая красота. Попрощалась называется. Вот так вот они сюда, в эту сторону все наклонили, к солнышку тянутся. Вот так вот они у меня цветут. Вот. Такие красивые цветочки. Тоже мне они нравятся. Они такие простые. Ой, во-первых, они ухода не требуют никакого. Но когда они цветут, они тоже очень-очень такие красивые. Не знаю, пахнут, нет? Нет, не пахнут. Я их посадила в качестве бордюра. Сейчас у меня вон там еще.
А вот у меня тут флоксы расцвели, расцветают тоже. Вот флоксы расцветают. Вот хоста у меня, смотрите, расцвела вот такими колокольчиками. Тоже красиво. Такие колокольчики. Тоже красиво. Вот. Это флоксы расцветают. У меня один цвет. Все хотела подкупить другой. И все никак. Здесь тоже космея везде заполонила. Вот. И здесь, значит, вот тоже у меня лилейники. У меня вот по эту сторону дорожки лилейники и по эту. Не хотела я сегодня показывать огород, но я вспомнила, вот так у меня кукуруза растет. Я вспомнила, вот мои цыплюшечки лазают. У меня, я хочу показать цветную капусту. Я еще ее не срезала. Я увидела, вот от солнца, видите, что? Вот я этими листиками накрыла капусту. Вот мне уже ее надо срезать. Вот такая вот у меня вот эта капусточка, довольно большая. Вот одна. Довольно большая, уже надо срезать, это уже вон цветы, уже, смотрите, видите, вот цветы, вот так вот, ну как, цветет как вроде, а то они потом невкусные будут. Сегодня я срежу, я обычно отвариваю и делаю в яйце и жарю, очень вкусно, нам нравится, мы кушаем. Где-то еще здесь есть, я где-то листик обломила, вот. Видите, я листик обломила и закрыла от солнца. Выжигает солнце. И вот еще одна. Вот это поменьше. Но она вот еще подрастет. Та такая же была маленькая. Она подрастет. В общем, вот я ее закрыла. Но здесь пока ничего нету. Видите, вот что-то ничего пока нету. Вот. Ну, в общем, приходится вот так закрывать несколько дней. Было палящее солнце. Я даже, видите, закрывала землю травой. Траву вот дергала, закрывала, чтобы не сушила землю. Видите, вот я все позакрывала. Где перец, вот все позакрывала. Вот у меня вот такие помидоры разрослись. Такие спались. Но я ничего к ним не подхожу, ничего. У меня времени совершенно нету. И вот посадила, и все. А вот видите, фитофтора. Вот. То, что несколько дней жары ничего не дает. Вот надо это теперь убирать. Вот фитофтора жрет. Не знаю, что делать. В общем, ну вот этот кутик вроде ничего. Ну посмотрим. Сейчас брошу цыплята, может. Вот видите, я закрывала вчера специально. Жгло вчера солнце, невозможно. Сегодня уже жара. Вот мои цыплюшечки. Ой-ой-ой. Что такое? Что забегали? Что случилось? Что случилось? Ну ладно, всем пока-пока. Называется, попрощалась. Хорошего вам выходного.